вот эти бесконечные переносы, особенно после того, когда Абуков сказал, что он назовет фамилии неких высокопоставленных чиновников, были два переноса, тоже абсолютно без основания. Я думаю, в это время с ними поработали. Вопрос в том, кто над ними, с ними работает, кто на них до сих пор давит. Мне кажется, вот это должно быть интересно, но мы этого еще не выяснили. Он запрещает допрашивать основных лиц, которых мы хотим пригласить на заседание и допросить их, например. Мы давали ходатайство о допросе Сексбаева. Мы ходатайствовали о допросе матери организатора убийства преступления. Она говорила о том, что она приложит усилия, чтобы меня арестовали. То есть за много времени до убийства идут какие-то разговоры обо мне, идут какие-то намерения посадить, убить. Да? Вот, надо же попытаться, у судьи должен быть просто профессиональный интерес добиться ответов на эти вопросы. Кто заказывал, кого заказывал, почему Солянову должны были закрыть, почему ее надо было арестовать, и почему этот заказ поступал через ГКНБ, при чем тут вообще ГКНБ, да? Вот эти вопросы должны быть, но нам не дают возможности допросить того же Сексбаева.